Этот университетский сборник для меня творческий дебют, признается в интервью нашему каналу начинающая поэтесса, студентка архитектурного факультета Елизавета Масюк, с особым трепетом переворачивая страницы в уже своем сборнике. Желание писать жило в сердце девушки давно, и вот благодаря инициативе мечта опубликоваться воплотилась. Конечно, это сначала было очень легким увлечением, но потом мне это стало действительно нравиться, и меня поддержали, и это очень помогло мне в моем выборе, в том плане, что это очень здорово, и действительно мне это очень нравится. Несколько десятков таких же талантливых студентов и педагогов Брестского технического университета перенесли в новый сборник свои мысли и чувства о любви и разлуке, о жизни и ее испытаниях. 11-я книга в очередной раз раскрывает жителям областного центра творчество участников коллектива «Лира», работающего уже не один год на базе вуза в рамках студенческого клуба. Студенты технического вуза невероятно талантливые. Они участвуют во всех сферах жизни, в науке, в спорте, в творчестве. Вот сегодня вы увидите мероприятие, которое посвящено выпуску 11-му выпуску литературного сборника и физики, и лирики. Презентация сборника переросла в настоящий литературно-музыкальный вечер. В стенах городской библиотеки имени Пушкина в этот день звучало слово поэтическое, слово театральное, слово музыкальное. Уже сегодня руководство литературной студии «Лира» работает над новым сборником, который бесспорно откроет Бресту новые имена.